Чего? Ой, нет, я не хочу даже это слово вспоминать. А, я зачитаю сейчас просто это, и потом мы расскажем про нашу гвоздику-то. Так это. Я хочу зачитать Андрюша Лысин. Андрей, ну ты что, ты потеряла? Андрей следил все время, потом одно время подустал. Как бы, говорю, что-то я прям подустал. Так и написал? Ну, он периодически все. И вот появляется, то есть пропадает, появляется, но он не покидал канал никогда. Ну, то есть он все время на нем и все время наблюдал и за тобой, и за всеми. И за Дианкой. Ветеран прям. Ветеран, да, ветеран. Если за мной уж. И вот он пишет. Ну, молодец же! Было такое скучное, неэнергичное, невнятное представление, когда держала паспорт в руке. Ну можно же было добавить. Хоть немного жизни. Краски! Паспорт держа! Я понимаю! Ну же, понимаешь, я достаю из широких штанин! Понимаешь? Не забыли бы название специальности. Да, у него давно в голове, понимаешь? Быстрее! Себя объявить, сказать и все. Знаешь? Так что я согласна с Андреем здесь абсолютно все. Но было опасение, что выступление тоже будет мертвым. Но нет! Сарьяна все-таки научилась проявлять себя в пении. Давать эмоцию, энергетику. Стало интереснее смотреть и слушать. Я даже несколько удивлен, что ей удалось так раскрепоститься. Есть ощущение неточности мелодических ходов в некоторых местах. Но для меня, например, они не настолько критичны. Я могу этим пренебречь, когда слышу такой тембр и вижу артистизм в исполнении. Желаю Сарьяне не бояться проявлять себя на сцене. Все! Ты закончила! Ты специалист! Ты имеешь право быть собой! Делать так, как считаешь нужным, не сомневаться. А правильно ли я сейчас делаю? А что для меня подумают другие? А что скажет Наталья Викторовна? Зрителю нравятся уверенные исполнители, которые имеют свое мнение, не стесняются, не зажимаются, не тушуются, а распахивают себя на сцене, зажигают зрителя своими эмоциями, открывают энергетику своего женского или мужского начала. У тебя это есть. Просто ты иногда стеснением блокируешь выход. Выход закрыт. Да, выход. В общем, если в жизни ты хочешь быть такой немного скромницей и тихоней, в скобках восточных девушек это может быть и красит, но то на сцене уж, пожалуйста, позвольте себе быть. Ох! Сейчас я вам покажу. Это он прям, понимаешь? Молодец, Андрюха. К чему я все это пишу? Я просто хотела спросить, а какую оценку? Какую оценку поставили-то? А то уж 2 дня прошло после 15-го, а результат-то все нет. Я ответила, Андрей, улыбнул, прям молодец. Это вопрос, это не вопрос, а концовочка классная была. Какая оценка? Да, вообще-то тоже... я для чего тут распыляюсь? Оценка-то какая? Тут, короче, в Инстаграме, в историях этих, у девушки там вижу, ну, какой-то птенчик, не знаю, что за птичка, выпал прям крошечный, прям, наверное, можно перепелочки вот эти, прям крошечный, крошечка такой. Ну и кто-то ей там ответил и пишет: ой, какой маленький, там вообще ручками там трогать нельзя, то потом родители от него откажутся, ля-ля-ля. А вообще хотела спросить, где вы ногти делали? Ну, кстати, по теме. Кстати, о птичках. Вера мне присылает видео. Вообще, вы представляете, какие чайки бессовестные. У Веры квартира, вот она еще одну квартиру приобрела с террасой на 5-м этаже. И напротив башенки, значит, там все красиво, там чайки гнездуют. Вот, и мамаша, значит, маленький птенчик. Нет, не выкинула. Прилетела, значит, на это место, держит, значит, жратву в клюве. Ну, Вера мне присылает, думаю, ну, сейчас малыша походит. А она от него отворачивается в сторону, и вот такой. Добывай себе еду. И ты понимаешь, и он такой бедный. У него там бяк-бяк, у него еще крылышки, но он только родился. Ты понимаешь, думаю, вот чайка. Вот все, захрабастай тут сама, даже не покормила.
накормила дитяти. Очень крупный Вера приблизила. Качество, конечно, не очень. Ага. Да я буду это монтирую, чтобы посмотреть. Вообще. Я говорю, слушай, ну что это такое? Она говорит, ну может быть он потом поел. Ну типа он пошел за ней, как бы, мамаша, я здесь. Я есть хочу. А она, главное, так это посмотрела на него, забрала и пошла в сторону. Это что такое? Птенчик. Ой. А про кукушек я, значит, тоже... Про кукушки вообще... Нет, так как? Так они, как, представляешь, как они потом все выбрасывают? Это с детства мама читала мне вообще какой-то рассказ. Похоже, так же, как вот у людей некоторых. Угу. Очень похоже. Мне всегда так грустно было за этого кукушонка. Но всегда просила читать этот рассказ. Ну, сказку там или что. Рассказ. По правде, а не... Тебе кукушонка жалко? Да, что она отложила яйцо, пошла, там, утки подложила. Утята-то плавают, а кукушонок не может плыть. Его и пытается... За а я другую историю прочитала. За мамой пытается пойти, ну как бы за мамой, за мамой-уткой. Ты видишь, у тебя вот это? Да. Поняла, да? Начала замечать. Да. Как только вы сказали. За мамой у тебя не было просто этого. Но это не так криминально. И он, кажется... Но криминально. Ну, в воду начинает идти, и там то ли тонет, то ли что там. Ну, я-то другую историю. То есть они высиживают мать. Это яйцо. Другая же. Да. И когда он рождается, он же растает больше, чем другие. Сжирают. Он их выбрасывает. Угу. Да, просто... и это, да, он да. выбрасывает из гнезда. То есть ты-то читала именно сказку, ну, то есть историю из книжки, чтобы пожалеть кукушонка. А это природа. Да, я знаю. А это, но это вот с детства я еще знаю, что да, кукушки не следят за своими. Так чадами. А потом-то ты посмотри, что творится-то. Да. Мало того, что его высидела, значит, все это ему. Выкидывает. И он всех выкинул. Кормите меня, и она кормит вот это вот. Угу, угу. И она кормит, мать кормит. Она что-то не понимает. Она не понимает, и она кормит его. А он всех выбросил. Просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Итак, красная гвоздика. Да. Добрались. Добрались. Не потемнело еще, но добрались. В нашем полку прибыло участников, то есть не дипломантов, не тем более лауреатов, а участников. Где? Подтвердите. В конкурсе нет, мы участвовали в конкурсе «Красная гвоздика». Гвоздика. Угу. Это что за конкурс? Онлайн. Челлендж. А что такое челлендж? Вызов. Да? Ну да, челлендж, вызов. Ну извините. Вызов. Онлайн. Участников было 300 с лишним там участников. Вера постаралась, она сделала подборку, она мне отправила ВКонтакте. Все, кто в возрастной категории в ее стал лауреатом, все, кто в Сарьяниной категории, в Полининой категории, то есть все наши солистки, и Вера, и Сарьяна, и Полина, удостоены только диплома участника. Только диплома участника. Они... не годно. Диплом тогда нельзя. Ну, колледж. Че, участник. Получи. Это куда годится? Что это такое? За ту же песню, за которую ей дали пятерку на государственном экзамене. Все куплено. И председатель комиссии сказала, она сделала замечание. Скажи, какие тебе замечания сделала? Ну, это было обобщенно всем по джазовым стандартам, по импровизациям, что они у всех чисто. Ну, как бы гардиатон звучат иногда. Угу. Чисто по мелодии, в смысле? Да, и низкие ноты, говорит, что так стремитесь всех в контральто, что прям предел уже, как бы та нота, она уже сыпется. И по первой песне, что «Знаю счастье», что... «Знаю счастье», что ты мне где-то рядом. Вокализация, что слишком залегована, как больше бы речитативных этих. То есть ей слишком залегована. Ну, то есть, а где она поет, напомни мне там, что в этот момент... Я просто...
Ага. То есть там идет, как бы идет размышление, она размышляет, знаю счастье, что ты где-то рядом. То есть в наших мыслях было именно почему залеговано. То есть она уходит, она размышляет. А представитель комиссии, она говорит, а я, значит, считаю, что здесь можно было бы штрих. Ну да. Сменить штрих, сделать это на стаккато и, значит, запишите. Та-та. Да, что такого? Да. Что не так прям налегато, что ну, вот. Ну, у каждого свое. Да, вот. Ну, как бы, пускай запишет. Ну, споет. Мне так. Просто всегда, мне всегда интересно. Мне всегда интересно, а как? А ты вот сама скажи мне. Я-то всегда говорила, придумай, приди, покажи. Мне больше налегато, что плавность, нарастание. Не потому, что я так хотела бы, и я так вижу. У вас свое видение. Так всегда нужны варианты. Из них, может быть, что-то бы и получилось классное, но я здесь. Чтобы я даже не могу сейчас спеть это. Сколько пробовали? У нас масса была вариантов. Так. Та-да. Та. Та-да. Я не представляю просто, как ты спишь. Ну а ты представляешь? Ты бы смогла по-другому? Я даже не совсем понимаю вообще, как это сделать. Там вопрос фонетику. Так и что про конкурс? Ну вот, мы участники. Мы все участники. Так вот Вера подборку сделала. Подборку сделала. То есть ей, видишь, ей за эту песню, за балладу, именно баллада больше всего понравилась представителю жюри. Баллада о старом рояле больше всего понравилась. Ой, я в Китае смотрели. Там, ну, как-то, ну, урок был. А ты смотрела уже само выступление? Нет, еще не смотрела. Что хотела сказать? А, я прям залипла вот на рояле, на этой балладе. И там аж когда, ну, что-то останавливались, прорабатывали, я такая, да, блин, пой уже, хочу слушать. Ну вот и послушаешь уже сейчас такой вариант без всяких остановок. Нет, классная баллада. Ей очень понравилось. Так это с первого курса лежало ей для госов. Первого. Вот так там столько изменений в тональности. Спасибо Саше, как он все это интерпретировал, потому что Саша, она по диапазону она была невероятно сложна, то есть там по тесситуре, то есть все. Вот мы там крутили, меняли, вертели. То есть почему ее не поют? Потому что как бы сложно. Она сложна в этом отношении. Поэтому там столько выкомаривали с Сашей, выдумывали мы вариантов. А как записывали экзамен под... Мы вон ходили в студию, мы... Нет, пели под минусом Александр Валерьевич. Александр Валерьевич записал себя. Здесь мы без микрофона дома записали допуск. Ага. Есть две записи, экзамен. Допуск госом и сам гос, когда уже в микрофон. А здесь без микрофона мы пели. И вот за эту же песню ей дали диплом участника. Ага. Ну, может быть, потому что это не было в руке у тебя гвоздик. Я просто... К чему еще я сегодня, когда мы с Симсом говорили, когда я захожу в группу педагогов, когда мы обсуждаем выступление, и я смотрю онлайн выступление, мы должны обсудить и свои оценки поставить, все замечания. Я не понимаю, как можно вставать, петь, вот, снимать себя на экзамен, сзади неубранные кровати, валяется там все там. Тряпки висят какие-то, там еще что-то. Ну, то есть, знаешь, так, межсобойчик. Дома встала с кровати, там потянулась. Ой, мне же надо записать! Что там, 3 минуты сейчас? Сейчас я быстро включила и спела, понимаешь? Я просто в шоке. Всего вот от этого я в шоке. Я не могу выложить видео, где у меня там, ну, кусочек, знаете, кровать заправлена, но там, может, через нее лазила и... Понимаю тебя, потому что как я могла снимать ее здесь дома, когда там Сильва царапнула эту драпировку, и там затяжка. Ну вот. Так я когда монтировала, я измучилась, думаю, да Наташа, куда ж ты смотрела? Понятно, что я на нее смотрела, но мне надо было все равно все посмотреть. Вот. И то, что под столом у меня там коробки стоят, они тяжелые все, и, конечно, можно было бы вытащить. Но я там все это гвоздичками и прикрывала. То гвоздичками, то лючками, цветочками. Я не знала уже, как это прикрыть, потому что мне стыдно. Она в концертных платьях, она приехала, туфельки переодевала, уставала, отдыхала. Опять мы все это дело записывали с ней, там одну песню, вторую песню. А тут я захожу, когда вот на экзамен онлайн, я смотрю, и я...
Это как я одежда, когда кто-то на экзамен приходит. Да я все годы вам все время говорю, господи, какое счастье, что они меня услышали все-таки. Что они не выйдут в босоножках на сцену с красными ногтями. Что они не выйдут без чулок на сцену. Что они продумают все, что они будут это, олицетворением именно этики поведения на сцене. Ну как? Я вот, казалось бы, я вот у Симса сегодня спросила. Да кто это? Ну Симс. Пианист. Пианист? Я его спросила. То есть вот то, что вот я опубликую, это его уже государственный экзамен. Где они там с ансамблем все. Там студийная запись, они в студии прямо записывали. А допуск он снимал дома. Угу. На гитаре, значит, там слабал тоже, значит, там просто, знаешь, так одеяло откинул там. Присел, значит, там сыграл. А потом, значит, это же антураж, то есть та же самая комната, он уже, значит, на своем инструменте сыграл там, как он называется-то? Клавитара. Что-то сын так звал. Мы сегодня много узнали нового. Сейчас посмотрим. Сейчас, что нам Алиса скажет. Говорить погромче. Клавитара. Клавитара. Клавишный гриф. Клавитара. Музыкальный инструмент. Наплечный синтезатор. Или в просторечии. Расческа, синтезатор или миди-клавиатура гитарного типа. Клавитара. Нету картиночек. Клавитара. Ну, в принципе, если бы... Клавитара. Клавишно-грифовый. И он очень хорошо, технично так все это играет. Я говорю, слушай, и я просто задала ему вопрос, я говорю, ты мне скажи, вот новое поколение. Но ведь вы же тоже новое поколение, вы в 21 веке родились. Mm-hmm. А? 20. Ну, вы в 20-м. Вы еще в 20-м, да. Но все равно, ну, можно сказать. 20, вы дети 21 mm-hmm. века. И я спросила его, я говорю, ты мне скажи, я говорю, тебе вот это вот, у тебя даже мысли не было вот о том, чтобы вот тут вот как-то вот, ну, порядок навести. Или как вот это получилось, он дает? Вообще об этом не думал. То есть, понимаешь, вот поколение. Это уже, мне кажется, что это уже от внутренней, от сущности самого mm-hmm. человека зависит. Здесь поколение, вообще эпоха совершенно не имеет никакого отношения. Mm-hmm. Как тебя воспитали, так ты и будешь, так и будешь себя вести. Но вот для него это нормально. То есть он классный парень, он классно играет, понимаешь? Ему это все, че, тряпки, да? Пофиг ему, понимаешь, mm-hmm. все. Но как бы, ну еще парень. Но когда я девушек вижу uh-huh. в таком же вот состоянии, ну это вообще. Когда и девушки туда же. Ну, хоть и говорят, что творческие люди там... Ну да, у них хаос все время, да, у них беспорядок. Главное, все что... как-то я эстетично не могу. Я тоже не могу. Все равно должна быть эстетика. Ну, еще, у меня, знаете, может быть, знаете, даже в кадре у меня будет все идеальненько, но вот то, что да, за кадром, я там, например, даже у меня гладильная доска обычно вот так у стены стоит, угу. где я как раз куда снимаю, угу. а тут у меня гладильная доска, там шторы, там вот так вот все навалено, ну, потому что оттуда убрала, но в кадре у меня этого не видно будет. Не, ну когда-то экзамен, я понимаю, я тоже, я снимаю, ну, да, допустим, там консультации даю. Ну это да. Это просто идет творческий процесс. Но когда экзамен. Здесь я не понимаю. И еще такой момент, когда мы не думаем, вот то, что он сказал, я об этом не думаю. Когда мы не думаем о том, что за нами и что нас окружает, ну, то есть вот, угу. вот сама картинка, ну, антураж, говорит. Да. Это отвлекает слушателя. По большому счету, не должно отвлекать. Если ты цепляешь, если ты играешь или поешь, это все остальное должно быть вообще пофиг. Может быть, с этой точки зрения я могу согласиться. Да и оставайся лавка с товаром, какая мне разница, что там. Я сейчас так забабахаю, что вы даже взгляда не отведете от меня. Что вам некогда будет смотреть на мои там вот эти вот постели. Я только что там кувыркался, а сейчас я сел вам играть. Вот, угу. вот я сейчас вам так сыграю. И, в принципе, будет прав. Угу. Но здесь еще все равно, вот как ни крути, элементарная все-таки этика должна. Угу. Ну, должна быть. Уважение. Уважение, угу. да, уважение. Опять же идет воспитание. Ну, конечно, воспитание. Конечно. Воспитание, привычки.
У нас зачеты все, мне же люди пишут на канале, задают вопрос, а почему? Наталья Викторовна, а что это такое было? У вас же зачет написан, ну, в названии. Так. Ну. А почему люди входят, выходят, заходят во время пения? У нас это, понимаешь, если бы хотя бы один раз собрали бы всех студентов, мы же постоянно собирали классный час, когда вот Вера Геннадьевна была за отделением, мы все время разбирали каждый момент. Мы разбирали очень много таких вот воспитательных вот всевозможных ситуаций в общежитии, там, на курсе что-то у нас там, ну, произошло на потоке. Мы все это разбирали вместе и ни в коем случае никого не унижая, мы просто разбирали эту ситуацию. Ну, с Екатериной Юрьевной тоже. Разбирали все. Мы встречались и мы разбирали. А сейчас этого нет. И Данил Олегович тоже считает, что это, ну, нормально, что это современно. В этом нет ничего. Что не должно отвлекать. Что это, в этом нет ничего страшного. И отсюда мы получаем вот плод того, что мы имеем. Воспитали. Все с головы. Да? Да. Не привили. То есть в другом случае просто человек бы тот же Симс. Как забыл? Гавриил, он бы сказал, так, стоп, это зачет, надо бы мне это. Перебрать. Да, он бы тогда, вспоминая, что такое требование, что все-таки я должен соответствовать слову, экзамен, там, зачет, я это сделаю. Я приду, я оденусь, соответственно. А у нас завязана здесь рубашка под грудь, голый пуп, значит, тапки, типа сланцев, бейсболка, и мы приходим на экзамен. Выходим на сцену, вот так поем. И это нормально. Это нормально. Опять же, вот, если сейчас, допустим, скажут, что может быть это по стилю песня, может быть, это костюм сценический, но, простите, нет. Баллада о любви там исполняется в этом же наряде. Понимаешь, все это. Я про конкретных людей, которые так выходили. Помните? Да. Дуэт огородников. Я их так называю. Дуэт огородников. Ну как? Люди можно... были в огороде и мимо шли и зашли на экзамен. Так можно выступать, не знаю, в каком-нибудь, не знаю, хардспап, да? Вот. Ну выступайте там, да. Ну выступайте в клубах, приходите с накрашенными черными ногтями, приходите с чем угодно, как угодно. Но вы учитесь, вы в колледже искусств, вы учитесь. Ну вы вот сейчас вот как тебе осень написал, Андрюша? Все. Вот теперь, понимаешь, все. Кто бы тебе что ни сказал, ты вылетела, все. Теперь надо будет тебе. Ты, значит, голая выйдешь или еще что-то там. Ты может, мечтала все 4 года об этом, а тебе не давали. Но держитесь, я вам сейчас всем покажу. Но опять же тебе сейчас, дай бог тебе поступить в институт, ты сейчас будешь 4 года, должна будешь выдерживать еще и здесь. Понимаешь, все это. Но здесь все равно идет от сущности человека. От сущности человека. Дай мне сейчас волю. И что? И что? Я позволю себе это? Да никогда. Так что здесь я никогда с этим не соглашусь. Угу. И каждый раз, когда я открывала свой рот на обсуждении и просила просто. Говорили, а? И нет. Просила. Они выходили всегда, были как конфеточки. Всегда. Вы всегда были самыми красивыми, самыми аккуратненькими. Всегда на вас все. И я когда задавала вопрос, я говорю, простите, пожалуйста, а вот форма вот одежды, что у нас в ботинках вышли, значит, там... Ну, не обязательно наряжаться же. Никогда же не просили наряжаться там прям концертно. Нет, просто же нет. Надо... Я говорила, чтобы это было скромно, чтобы это было соответствующее экзамену либо зачету. Соответствуйте месту, времени и тому, что вы будете петь. Мы выбирали, чтобы не переодеваться, может быть, во что одеться, чтобы это можно было все вот песни спеть. И туда, и туда. Да, и туда, и туда. И вот мы разбирали с вами вот в этом, вот в этом, вот в этом. Ну, в понедельник будет экзамен еще один. В понедельник будут сдавать долги. Будут сдавать. Они посчитали нужным даже перепеть. Вот кучу ошибок сделали и так и отправили. Да царское это дело. Ну да. Сойдет и так. И вот в понедельник будет опять организована группа, опять педагоги все выйдут в 11 часов, будем всех отсматривать, будем писать комментарии, будем обмениваться мнениями. А можно я вам, ну ты-то, наверное, видела в Инстаграме, матершинную песню покажу? Матершинную? Ну, так, там, потом на телефоне. Она просто
веселая. Ну, я пою там. Ну, покажешь, конечно. Ну, там и дом. Покажешь. Я смотрела, когда ты там, мне очень понравилось там. Шутканула ты там, спела маленькую. Какую-то у себя ты публиковала. Какую же я? Что-то ты там спела. Не знаю, где ты там быстро-быстро что-то спела. А, я поняла. На английском, да? Мне очень понравилось. Надеюсь, поукладывать. Ну ладно. Спасибо тебе, Сарьянка, что мы сегодня повечерили благодаря твоей защите, достойной защите. Потому что это наша победа. Это наша очередная победа. Еще раз доказывающая о том, что мы понабрали тех, кого надо. Да. Тех, кого надо. И обсуждая вот экзамен, ну, который вот был в первом-третьих курсах, возникает вопрос у педагогов, у коллег, не у всех, но у части возникает тоже, с какой целью человек учится. Просто или... Хотя есть все, и слух есть, и голос, ну то есть, если... Ну, вообще спит. Если я знала, что у Сарьяна все равно потенциал, вот он сидит внутри и выползет оттуда, я это видела, я это чувствовала. Ей мешали просто страхи, там какие-то комплексы, зажили, что-то, да. Все это. То тут у многих, я не знаю, мне непонятно. Вот я сканирую, я их вот... Я всегда ищу в людях хорошее. Я всегда ищу. И вот есть некоторые, в которых я ничего не нахожу. Они хорошие. Они замечательные, но, может быть, на другом поприще все. Но я не понимаю, что здесь делают. Детей ненавидят. Ну вот, например, я вам говорю. Вы выходите педагогами. Детей ненавидят. Петь хотят только попсу. Вот эту вот. Другого ничего. То есть нет никакого развития, не нужны никакие стили, ничего не интересует. А я это не... Я это не хочу. Вот так. Я это не хочу. Я хочу вот только вот это. Да, Сильвия? Да, вот видишь, как хорошо. И когда возникает у студента и отсутствует элементарная этика поведения. В чем это выражается? В контакте, допустим, с преподавателем, я сейчас о себе говорю конкретно, и каким образом я нашла подход вот конкретным вот таким студентам, как я теперь действую. То есть все, что я говорю, все не воспринимается как правдой. Вы ничего не понимаете. Uh-huh. Это все хрень собачья, uh-huh. что вы говорите. Просто мне это говорят прямо на уроке. Uh-huh. Считают это возможным. И когда я говорю, вы считаете это нормальным? Говорят, да, в 21 веке нормально, это нормально. Нормальный диалог. Студента с преподавателем. А что вам не нравится? Я говорю, вот, что думаю. Мне вот так говорят. Я говорю, что думаю. Вы тут хрень какую-то сказали. Говорю. Это выпускник так? Нет, это второй курс. И... Да, что похоже, я похоже. Что я нашла, какой я нашла выход из этой ситуации. Угу. И сейчас, понимаешь, человек меня начал уважать. Все задания выполнил. Угу. Вообще все перевыполнил. Все задания. А я отправляю ссылки на энциклопедии, на высказывания великих людей. То есть то, о чем я сказала, угу. и мне сказали, что это чушь собачья. Угу. Я отправляю... То же самое, только сказанное не мною. Uh-huh. И человек, когда вот это прочитал, вау, так она, слушай, она не дура, она правду говорила. А я что-то это... Погорячился. А я что-то ступила, ага, что-то я. И вот и получается, что я не в том плане, что не там учатся, что нет ко мне уважения у человека, а никого не уважает. Этот uh-huh. человек, он не уважает никого. Нет вообще авторитетов, ничего нет. Хотя бы субординацию соблюдала бы. Просто студенты и учитель. Вообще ничего нет. И если во время учебы, вот 4 года,
плюс еще 4 года, если вуз. Если вы за это время не научитесь элементарно уважать того, кто перед вами, неважно кто, дворник вы встретили, педагог ли у вас, директор ли, продавец ли у вас, если вы не научитесь уважать людей, даже если они неправильно говорят что-то, как в дальнейшем потом работать вам? Как вы будете взаимодействовать? Никак. Как? Там же какое-то внутреннее презрение к людям. Вот это время учебы, оно ведь многое дает вам, оно очень многое дает вам. У этих людей есть два мнения, свое и неправильное. Ну да, да, свое и неправильное. Но когда мне сказали, что лучше бы моя сестра не родилась, я ненавижу детей. Что делает человек, обучаясь вот на преподавателя? Я ищу. Я пытаюсь откопать хорошее. И возможно, но это должно произойти чудо, а чудеса все в руках Божьих. Она должна полностью, там очень много нужно менять, хотя для этого достаточно, не знаю, секунды. Но человек пока ничего не хочет. Да, если не захочет. Она ничего не хочет. Если так нормально, хорошо, нормально, и вот так вот, она не будет меняться. Она так может всю жизнь прожить. Может и всю жизнь. Потому что... Но жаль ее. Ну, конечно. Очень-очень жаль ее. То есть она не бесталанная, но она пустая, как бы. Она просто пустая. Ну, возможно, найдется человек. Возможно. Влюбится она там, да, полюбит. Может быть. Возможно, она от кого-то что-то услышит. Она что-то услышит. Возможно, ей действительно человек, которого она очень полюбит. Хотя вот сейчас она... Ударит в голову. Там, сейчас она говорит, я никого не хочу любить. Мне никто не нужен. Ну, вот. Все дерьмо. Ну, как бы, ну, вот так вот все. Сложно. Ей сложно. Все плохие. Обидел, видимо, ее кто-то. Не знаю. Ну, может быть. Ну, то есть что-то должно произойти, и дай Бог, чтобы произошло, чтобы она поменялась, потому что мне прям страшновато за ней. Она ни с кем не дружит в колледже. Она не общается. Сорян, уж понимаю, так увлечена. Она ни с кем не общается вообще. То есть она считает, что вообще как бы... Да, странно. Вы как бы тут... Мне бы не запачкаться, общаясь с вами. Даже такое выражение. Ну, я уж совсем нарисовала все. Ну, вот как-то так. Но она не скрывает, она же высказывается вслух. Она сначала молчит, а потом она как даст. Опять же, воспитание. Все это идет оттуда. Может быть, действительно, через человека, которого она сильно полюбит. Если он ей скажет. Вот услышав от человека, которого ты полюбишь, очень сильно, когда он скажет, а зачем ты такая? Я бы не хотел, чтобы ты была такая. Может быть, тогда произойдет чудо. Ну да. И через любовь. Вполне возможно. И через любовь, правильно ты сказала? Через любовь. Потому что, не любя детей, как нужно им что-то учить, преподавать. Ладно, давайте я сейчас обниму и пойдем. Ты нам сейчас покажешь. Ой, я же зарядки тут делаю. Классно. Да, я батманы кидаю. Дай поднеси чуть-чуть. Я кидаю батманы влево, вправо. Представляете? Я покажу вам сейчас, как я делаю зарядки. Ой, вообще. Друзья дорогие, спасибо вам большое, что вы были с нами. Мы вас всех очень любим. Давайте пожелаем все вместе, пожелаем Сарянке доброго пути, пожелаем нашей Вероничке доброго пути, чтобы она сдала, в конце концов, свои госэкзамены в январе. И долг. И долг. До сих пор! Со второго курса! И долг со второго курса. Чтобы все у них было хорошо, чтобы они шли по жизни с радостью, с любовью, с благодарностью за все, и за хорошее, и за плохое. Все, чего жизнь дает, все нам содействует ко благу. Вот все абсолютно. Главное, чтобы мы правильно все это воспринимали. И благодарили за все. И спасибо вам за все ваши письма, которые вы нам писали, за все ваши ободрения и за вашу веру в нас. И за
Ку. Как? Ой. Короче, ку. Ку.